Привет из солнечного города Сочи, с вами, как всегда, Арина. И я начинаю новый влог и продолжаю предыдущий влог. Сейчас, друзья, я приехала, как всегда, в Валберис. В предыдущем влоге мне ничего не понравилось в том магазине. Все-таки я думала, может быть, что-то я выберу подешевле, как вы говорите, но подешевле как-то мне не зашло. Я в Валберис кое-какие вещи заказывала. Сейчас я посмотрю, что мне пришло. И посмотрим, куда дальше мы с вами поедем, друзья. Оставайтесь со мной. А в Сочи пришла жара. Друзья, сейчас время 11 часов. А Арина, как всегда, уже в пути, да? Так, ну что... Смотрите, Валберис, место встречи изменить нельзя, Малышев 11. В чем я сегодня, да? Сегодня с трусарди сумочка. Видите? Угу, спасибо. Берем костюм с шортами. Ну, кстати, неплохой, но он синтетика. Кармашки есть. Ну что, девочки, я взяла уже этот костюмчик черный с шортиками. Он такой тоненький. Цена у него 2000 с копейками. Очень неплохой, кстати. И я еду дальше. Позвонила подруге, она у меня работает управляющей при гостинице, при отеле, и решила заехать к ней на кофеечек. Сейчас мы с ней редко видимся, потому что очень много у них работы, отдыхающих очень много уже, хотя у нас только 23 мая, но бронируют уже на все месяца, и на август, и на сентябрь, вот. Поэтому это та девочка, моя подружка, с которой я ходила всю зиму в бассейн, в Тихий Дон. А вот. И которую я встретила, они ездили в якорную щель. Я говорю, девочки ездили купаться и на шашлыки. Там у нее еще одна девочка работает. Они дружат, каждое лето приезжает на сменку еще одна администраторша, с севера откуда-то, уже из года в год, вот, они работают в паре, а зимой она работает одна, гостиница у них зимой тоже существует, но в основном снимают на долгий срок комнаты.
Смотрите, до сих пор никак не сделают дорогу. Я не знаю, вот здесь уже левую сторону немножко подделали. Приходится постоянно объезжать. Но по-другому тут никак не доедешь. Почему? Потому что по набережной можно было проехать, но там дорогу не сделали. Сделали только ту дорогу, где люди гуляют. Река Псизуапце. А мы едем туда, где вот самолетик с левой стороны. Вы видите, я думаю. Будем поворачивать на ту улицу. Подождите, подождите. Ну что ж вы прям торопятся, знаете, я не знаю, куда они торопятся. Что-то вот из-за вот этой вот дороги, то, что делают, пробки образовались. Видите, что происходит? Так, газелист, давай-ка, молодец. Ага. Благодарю тебя сердечно, мой кавказский друг. Так, ну вот, видите, вот на эту улицу мы с вами приехали. Я здесь часто была зимой, это улица Единства. Мы поворачиваем сюда, налево. Посмотрим, где можно будет тут встать. Тут улица чистая, у них всегда вот парковка свободная, только для своих. Красиво у них тут всегда зелено. Друзья, мы с вами приехали в гипермаркет «Магнит» центральный. Сейчас посмотрим немножко по ценам, пробежимся, что нового, какие цены. Давно, кстати, я здесь не была с вами уже. Так, ну что, здесь у нас скидочные, кока-кола, черноголовка, лимонады, напитки черноголовка 119. Угу. Смотрите, появились сланцы, тапочки резиновые, я так понимаю, что это розыгрыш. Акция «Магнит». Дальше каркунов 450 рублей. Рафаэлла. Рафаэлла 279. Напиточки. Кстати, Вернель по скидке, ага, 369. Угу. Посуда. Крышечка одна продается 359. Они разные цены. 349 поменьше, побольше. Сковородочки. Так, сейчас мы с вами доедем в мясо. Мне нужно взять фарш на котлетки. В предыдущий раз я здесь брала очень вкусную красную рыбу. Такой прям вот большой пласт. Но ее здесь нету.
как всегда, готовой продукции, друзья. Здесь очень много, поэтому вы можете приезжать и вообще ничего не готовить. Смотрите, куры гриль 39, полутушка по 43,90. Очень много салатов. Бананы по 129, картошечка 74,99. Картофель нового урожая, ну вот 74,99. Что у нас тут еще? Лук 59,99, капуста 50 рублей, да? Хорошо. Я часто беру, кстати, здесь свеклу, уже вареную, 99 рублей. Картошечка 39 рублей. Тоже можете так, кстати, брать, когда приезжаете. Вот здесь всегда свежая продукция, колбасы, сыры, сосиски, молочная продукция. Вы пишите, какие цены вам интересны. Я буду тогда останавливаться на определенные цены и вам показывать. Сейчас немножко поближе вам что-нибудь засниму. Ну вот, по желтым ценечкам сравнивайте в своих городах. Вот в Магните, да? Смотрите, донские традиции. Шейка 200 рублей. Карбонат 229 рублей. К примеру, да? Что у нас тут из... сыров. Сыр грана козий 419, желтые ценнички. Я думаю, что в принципе у всех, наверное, одно и то же, но все равно сравнивайте. Так, сыр камамбер с белой плесенью. Вот кто любит, я не люблю с плесенью вообще, 169 рублей. Мамонтовские сыры 179. Ну, российские гауда, вот эти я вам не показываю, да, моцарелла по скидочке 90 рублей. Я его тоже не люблю. Вообще, я заехала сюда посмотреть, почем креветки и есть ли королевские креветки, потому что подруга сказала, что были. Так, молоко у меня уже теперь я беру натуральное. Козье. Хлеб мы не едим. Едим только лаваш сейчас. А, вспомнила. Я сегодня, друзья, вчера я все отварила на оливье. И можно сделать окрошечку, поэтому мне нужно найти квас. Сейчас посмотрим. Тут, как всегда, у них палеты стоят в последних рядах с продукцией. Квас пока я не вижу. Вот очаковский только литр вижу. Литровый. Если его другой не найду, возьму тогда этот. Спиртные напитки. Пиво. Голд. Сейчас подойдем в замороженную продукцию. А, вот, вот этот очаковский, он сейчас по скидке. 2 литра, по-моему, 100 рублей. Так что меняем теперь. Пускай будет 2 литра, пригодится, да? Так, ну что, смотрим. Желтые ценнички. Чебуреки 25, 60, 52. Сырники замороженные. Цены разные. Так, оставляем тележку, наверное, и идем так. Так, смотрим, цыпленок бройлерный 150, сердце свиное 250,
печень цыпленка 169. Да, есть креветки, но смотрим цену. Значит, креветки аргентинские 1059. Это вот эти. Дальше креветки белоногие очищенные. В общем, большие все по 1000, маленькие 550. Маленькие я не беру. Поэтому креветки мы брать сегодня не будем. Так, едем дальше. У меня просто еще есть дома, но если вдруг они есть по скидочке, я бы еще взяла бы. Ну, получается, все, мне больше ничего и не надо. Друзья, вам надо что-нибудь? Смотрите, сколько обуви. 350 рублей женские сабы, вот мужские сабы, детские, разных цветов. Я такие не люблю. Персил по скидочке 300 рублей. Видите, капсулы. Ариэль 760. Вот этот вот. Угу. Лоск. Фэри. Угу. Вот по скидке большой флакон 189. Так, ну что, я уже двигаюсь на кассу. Кстати, у них всегда почему-то один-два кассира работает, и все, и больше нету. Ну, давайте прям даже посмотрим. Я сейчас гуляю, сколько времени? 12:30. Да, два кассира только работает. Ну и самообслуживание кассы. Все. Больше нету. Хотя очень много касс. Друзья, я уже оплатила чек кассе самообслуживания. Смотрите, здесь выпечку еще поставили. Так, ну что, друзья, мой чек составил. Значит, я взяла только квас, фарш и куриную грудку. Мой чек составил 875 рублей. И еще хочу вам здесь зачитать адрес. Сейчас я его найду. Да, вот. У меня все, еще есть люди, которые не понимают, что Лазаревская – это Большой Сочи. Я вам сказала, что когда я видео выгружаю, я ставлю Лазаревская, пишет Большой Сочи. Вот, пожалуйста, сейчас я вам зачитаю. Город Краснодарский, Краснодарский край стоит здесь в чеке. Город Сочи. Так, улица Колораж, дом 111. Я не знаю, если вам видно будет, заскриньте. И это для тех, кто до сих пор мне пишет, а вы в Лазаревском, а почему вы пишете Сочи? Да почему? Да потому. Потому что Лазаревская – это Сочи, дорогие мои. Поэтому не спорьте со старшими. Но, как всегда, я шучу. Сейчас я с вами буду уже прощаться. Желаю вам прекрасного настроения, дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, Арина, Море, Сочи, друзья. Не забывайте ставить лайк, подписываться и выигрывать призы. Thank you.